Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». В данном видео я вам хочу рассказать, каким образом я вязала вот такую вот летнюю кофточку. Выполнена данная кофточка, можно сказать, что полностью спицами идет, только небольшая обвязка крючком. Значит, по низу и по рукаву вот здесь вот у меня идет обвязка крючком, но еще немножечко по горловине. Значит, если вы мало ли вдруг абсолютно никак не вяжете крючком, то в процессе работы я объясняю, каким образом можно обойтись без обвязки вот этой вот крючком. Значит, выполнялась данная кофточка снизу вверх, то есть вточную у меня идет рукавчик. Значит, как я что вывязывала пройму, это я все рассказываю в процессе данного видео МК. В принципе, абсолютно так особо ничего сложного нет. Кофточка выполнена у меня из 100% хлопка, то есть, как я уже сказала, это летний вариант кофточки. У меня задумка была выполнить работу, изделие, чтобы можно было носить кофточку летом, но в то же самое время, чтобы она не очень сильно просвечивалась. То есть вот выполнилась в результате вот такая вот работа. Значит, как я уже сказала, темно-синяя пряжа, это у меня 100% импортный хлопок, и добавила я вот голубая вот такая вот пряжа, это у меня 100% акрил тоненький. Значит, я добавила акрил по той причине, что я хотела освежить немножечко вот этот темно-синий цвет и добавить пряжу с люрексом. То есть, не знаю, видно вам или нет на камеру, то есть вот эта вот именно голубая пряжа, она идет еще плюс с красивым люрексом таким. Вы же, в свою очередь, если вы, например, не захотите добавлять акриловую пряжу к хлопку, то есть вы просто можете взять два оттенка пряжи, контрастные какие-то, и выполните из одного какого-то материала. Значит, что я хочу сказать по поводу сложности в работе. Я не могу сказать, что эта работа очень сложная, так как 80% работы выполнена просто чулочной вязкой, то есть вот таким вот образом она выглядит спереди, вот таким вот образом она у меня выглядит сзади, эта кофточка. Значит, под грудью у меня идет вот такой вот тоненький поясок, шнуровочка. Вот под грудью у меня идет. Но опять же, это не обязательная форма декора. То есть при желании вы, конечно же, можете вообще не делать, предположим, такую вот веревочку, поясочек. Можете сделать ее по линии талии. То есть это уже чисто на ваше усмотрение. Значит, выполняла я эту кофточку, опять же, в недлинном варианте. То есть она у меня буквально чуть ниже талии. На размер где-то примерно 46, ну или 46-48, если в обтяжечку рассматривать вариант. Значит, что касается размеров, длину она у меня получилась примерно 57 сантиметров. По низу кофточки по низу кофточки она у меня идет 46 сантиметров, это напополам получается полуобхват. И по линии груди она у меня получается где-то в пределах 43 сантиметров. Но не забываем, что трикотажное полотно, связанное спицами, чулочная вязка, она достаточно хорошо тянется. То есть поэтому получается, что она по фигуре садится, эта кофточка, хорошо. Но опять же, как я уже сказала, на размер где-то 46-48. Длина рукава у меня 22 сантиметра, и длина плеча где-то в пределах 10 с обвязочкой около 11 сантиметров. То есть это основные размеры данной кофточки. То есть, как я уже говорила, я ее выполняла в недлинном варианте. Значит, что касается сложности выполнения работы, как я уже сказала, в принципе, я не могу сказать, что она очень сложная в выполнении, так как практически 80% именно работа выполнена обычной чулочной вязкой. Значит, усложнение идет в данной кофточке, это по низу. Выполнен жаккард. Жаккард выполнен у меня в круговую. То есть я здесь вязала на круговых спицах, то есть без боковых швов кофточка. Также у меня на груди идет одиночный узор жаккардовый. И по рукаву идет небольшой жаккард. Поэтому сразу, конечно же, хочу сказать, что данная модель кофточки
она подойдет для вязальщиц, которые работали с жаккардовыми узорами, которые знают, что это такое, знают специфику работы. Конечно же, если вы абсолютно никогда не работали с жаккардовыми узорами, боюсь, что данная модель может быть для вас сложновато. Но опять же, если прям очень-очень сильно хочется, огромное желание выполнить такую, предположим, кофточку. Недавно у меня вышло видео, в котором я рассказываю именно особенности работы с жаккардовыми узорами и показываю, каким образом вяжутся вот эти вот жаккардовые узоры. То есть поэтому вы можете при желании его посмотреть. Ссылку я оставлю под данным видео в описании. Значит, поэтому я обязательно, конечно же, рекомендую, если вы абсолютно никогда не работали с жаккардовыми узорами, то лучше, конечно же, в начале работы связать образец какой-то, понять, нравится ли вам это, потому что, как я уже говорила в том видео, что работа с жаккардовыми узорами — это на любителя. Это не все далеко любят вязальщицы вязать именно вот такие вот узоры. Поэтому, конечно же, лучше связать какой-то образец, понять смысл, как вяжутся жаккардовые узоры. И потом уже после того, как вы свяжете образец, если у вас все получится, если вам все понравится, то тогда уже, соответственно, начинать выполнять уже именно саму работу, саму кофточку выполнять. То есть в данном видео я, соответственно, расскажу, с какой пряжей я работала, сколько я набирала петель, каким образом я откуда начинала вязать. И самое главное, это я предоставлю все схемы. Все схемы — это непосредственно именно жаккардовых вот этих вот всех узоров. Также вот именно схема обвязки крючочком внизу. То есть данный вот мотив жаккардовый. То есть все эти схемы я предоставлю в конце данного видео. А также подробно расскажу, каким образом я что выполняла. Как я опять же вывязывала пройму. То есть как я вот именно сам рукав формировала, вязала. То есть все эти моменты я расскажу в данном видео МК. Итак, начинаем. Итак, для работы мне понадобится пряжа двух разных оттенков. Я взяла вот такой вот 100% импортный хлопок. Значит, и дополнительная пряжа у меня голубого цвета. То есть это у меня не хлопок, это у меня 100% акрил. То есть вы в свою очередь можете, соответственно, вместо акрила взять хлопок, например, которым вы основным будете вязать, и к нему подобрать дополнительную нить. Итак, значит, это у меня пряжа турецкого производства. Значит, кто не работал с ней, я сейчас расскажу. Это 100% хлопок у меня, 50 грамм 125 метров. То есть хлопок достаточно толстенький, я бы так сказала. Плюс он у меня идет с мерсеризацией, этот хлопок. Значит, кто вдруг не знает отличие хлопка с мерсеризацией и без, то есть я буквально в предыдущем своем видео МК по вязанию голубой кофточки крючком очень подробно объясняла, в чем разница между хлопком с мерсеризацией и хлопком без мерсеризации. Поэтому, если вам это интересно, можете посмотреть это видео, и там я буду именно рассказывать, в чем отличие каждого хлопка, в чем его плюсы и минусы. Но тем не менее, у меня этот хлопок именно с мерсеризацией, он достаточно толстенький. У меня такой пряжи всего 5 моточков по 50 грамм. То есть, в принципе, я понимаю, что это катастрофически мало, но тем не менее мне этот хлопок очень нравится, именно по своему качеству и по цвету он нравится, поэтому я буду стараться, конечно же, в этих 5 моточков уложиться, тем более, что, в принципе, у меня выхода другого особо и нет. Значит, это у меня цвет, мало ли вдруг, если кому-то понравится, цвет номер 632, темно-синий. Значит, вторую пряжу я взяла, как я уже сказала, это у меня 100% акрил с люрексом, потому что я хотела просто именно добавить пряжу здесь, сочетание, чтобы она была с люрексом. Поэтому я взяла вот такую вот. Но опять же, как я уже говорю, вы ее можете заменить, например, на такую же пряжу, только единственное, вот другого оттенка. Значит, кто не работал, это также турецкая пряжа. Фирма, это значит, название у нее Gold, у этой пряжи. 100% акрил. Значит, вот 100 грамм 400 метров.
То есть даже не 100% акрил, неправильно я сказала, 92% акрил и 88% это метанид, то есть люрекс. Значит, если вы обратили внимание, то метраж у данной пряжи он совершенно разный. То есть здесь у меня получается на 100 грамм 400 метров, здесь 250. Но опять же, так как у меня этот хлопок, он с мерсеризацией, то есть он имеет такую достаточно плотненькую скруточку. Если я вот так вот соединю этих две ниточки, а акрил он наоборот имеет объемную скрутку, то получается, что они по толщине практически вот одинаковые. То есть несмотря на то, что заявленный метраж у них совершенно разный, но по толщине, как вы видите, пряжа, она практически одинаковая. Поэтому она мне хорошо подойдет. Поэтому, если вы мало ли вдруг также к хлопку будете добавлять другую именно пряжу, то отталкивайтесь не только от метража, который указан на этикетке, потому что хлопок, он все-таки имеет такую специфику, как именно как плотную такую скруточку, и нитка будет у него тонкая достаточно. Но вы еще просто вот таким вот образом прикладываете, смотрите, чтобы вам самое главное ниточка подходила по толщине. То есть этой пряжи у меня будет всего один моточек, и я так думаю, что ее будет предостаточно. Значит, также вам понадобятся круговые спицы номер 3. В данной ситуации это принципиально, потому что я буду работать, вязать по кругу, без швов боковых, поэтому именно нужны круговые спицы, троечка на 80 сантиметров у меня эти спицы. Также понадобится вам крючочек номер 2,5, которым я буду обвязывать низ этой кофточки. Декор это уже чисто на ваше усмотрение. Также, что я хотела бы порекомендовать перед началом работы, то есть если вы будете вязать контрастной пряжи, как вот в частности у меня здесь очень даже контрастная пряжа, то рекомендую перед работой все-таки связать небольшой образец именно двумя этими оттенками и обязательно постирать, потому что не забываем, что темные оттенки пряжи, они все-таки имеют такую тенденцию, как полинять после стирки. И чтобы не получилась такая ситуация, что вы полностью связали всю кофточку, а потом вдруг после стирки оказалось, что у вас темный цвет, предположим, линяет. То есть такое вполне может быть, поэтому лучше этот именно посмотреть, линяет пряжа или нет, перед началом работы. То есть это, в принципе, основные моменты, которые я вам хотела сказать по материалам. Итак, начинаем. Итак, вот я провязала нижнюю часть данной кофточки, чтобы вам наглядно можно было объяснить, каким образом я ее выполняла. То есть со своей стороны могу сказать, что это, наверное, самый сложный участок работы, так как именно по низу идет основной акцент, вот именно вывязывание рисунка. Далее будет уже кофточка вязаться намного полегче и попроще. Итак, значит, и начала я работу снизу, вот с этого участка. Я набрала на вот именно второй цвет пряжи, на голубой, я набрала 210 петель. И провязала чулочной гладью 7 рядов. То есть так как я буду вязать, вязала здесь я по кругу, то есть получается, что я вязала только одни лицевые петли. То есть вот я провязала 7 рядов. И далее я начала вязать первый узор жаккард. То есть он, я бы так сказала, он не сложный, но мне он нравится тем, что за счет него идет плавный переход с одного цвета в другой цвет. То есть вот таким вот образом все это выглядит. Схему я вам предоставлю в конце данного видео на все вот эти вот узоры, так как я, к сожалению, у меня нет возможности прям разбирать каждый ряд, как я вязала данный узор. Поэтому я вначале видео говорила, что необходимо, так сказать, уметь работать именно с жаккардом, чтобы понимать, как, каким образом он вяжется. Итак, вот я провязала первую часть жаккарда, при этом я перешла со светлого цвета на темно-синий цвет. Далее я, после того как я закончила вязать вот эту вот первую часть узора, я провязала буквально 3 ряда уже пряжи темно-синего цвета хлопком. И далее я начала вязать, это уже непосредственно второй узор, то есть это вот такие вот у меня розочки идут. Вязала я также все это по кругу.
210 петель — это как раз необходимое количество петель для того, чтобы выйти вот именно на полный раппорт вот данного узора. То есть этот второй жаккард, я бы так сказала, что он уже, конечно, немножко посложнее вяжется, чем первый, но тем не менее все равно при желании его, конечно же, можно связать. То есть выглядит он вот таким вот у меня образом. Значит, после того, как я провязала вот второй именно узор жаккарда, немножко провязала вот именно дальше просто обычной чулочной гладью темно-синим цветом. На этот, кстати, участок работы у меня ушел ровно один моточек пряжи. То есть один моток пряжи, вот он у меня закончился, я уже начну второй моточек вязать. Далее, значит, не забываем, что необходимо отпаривать полотно. Но опять же, если, например, хлопок отпаривается вообще без проблем, то все-таки, если вы будете добавлять акрил, то есть не забываем, что акрил необходимо отпаривать очень и очень аккуратно, так как его можно сплющить. Поэтому так вот буквально чуть-чуть обдавая его паром, чтобы не испортить полотно. Далее, если вы обратили внимание, у меня обвязана нижняя часть кофточки уже крючочком. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Схему на эту обвязку я вам также предоставлю в конце этого видео. Значит, обвязка, в принципе, она здесь абсолютно несложная. Она состоит буквально из трех рядов. То есть первый ряд, это я вязала по 5 воздушных петелек, вот замыкала их столбиком без накида, то есть вот таким вот образом. Второй ряд, это у меня пошел по 8 столбиков с накидом, вот у меня провязаны, и по 5 воздушных петелек, это вот это вот идет у меня цепочечка. И последний вот ряд, это я обвязывала именно с петельками, вот именно последний ряд, обвязка у меня идет с петельками. В принципе, не особо сложный, но опять же, если, например, для вас именно этот узор, он сложный, то есть вы можете обвязать каким-либо другим способом. Если же вы, например, вообще никак не умеете вязать крючком, то тогда вы просто можете обойтись без него, но вам необходимо будет тогда первых там какой-то участок работы связать резиночку спицами 2 на 2, потому что если вы никаким образом не облагородите вот этот вот низ в кофточке, то не забываем, что будет закручиваться вот так вот лицевая гладь, она имеет такую тенденцию, как закручиваться. Поэтому если вы вдруг не будете обвязывать крючком, значит, не забываем, что тогда обязательно необходимо будет хотя бы несколько сантиметров, сантиметра 2-3, связать обычную резиночку 2 на 2. И только после этого уже начать вот именно вязать основной узор. Это у меня также полотно низ отпаренный. Уже вариант, но, как я сказала, акрил отпаривать необходимо очень и очень аккуратно. То есть это, в принципе, основные моменты, которые я вам хотела сказать, потому как я вязала нижнюю часть этой кофточки. Еще раз повторяю, что все схемы по вязанию, то есть это и первая часть жаккарда, и вторая часть жаккарда, и, соответственно, обвязка внизу крючочком, все эти схемы будут предоставлены в конце данного видео, то есть вы их сможете распечатать и, соответственно, вязать. Также я вам хотела показать еще и внутреннюю часть жаккарда, мало ли вдруг, если кому будет интересно, то есть она у меня выглядит вот таким вот образом. Вот здесь идут небольшие протяжки у меня. То есть вот так вот. Вот так вот у меня выглядит внутренняя часть данной кофточки. Далее я буду вязать просто обычной чулочной гладью. Пряжа темно-синего цвета продолжать. То есть сейчас на данном этапе я уже не буду добавлять вот эту голубую пряжу. Вязать я буду до линии груди, то есть именно до начала груди, так как под грудью я планирую потом сделать типа декоративного поясочка, шнурочка, чтобы подтягивалась эта кофточка. То есть сейчас вот я, получается, буду до уровня груди вязать обычно чулочной гладью темно-синего цвета. Провяжу и покажу вам, что у меня получилось, и объясню, что я дальше буду делать. Итак, я провязала еще немножко кофточку, и она у меня получилась
получилось вот таким вот образом. Это я провязала до уровня проймы, и сейчас я вам расскажу, каким образом и как я ее вязала. То есть вязала я обычно чулочной вязкой, поэтому я не стала прям очень подробно вам показывать, каким образом это делается, потому что, в принципе, так как я вязала по кругу, то есть я провязывала все петли лицевыми. Значит, на высоте сейчас я вам скажу, от низа это получается на высоте 20 сантиметров, именно от начала вязания спицами, я сделала ряд из дырочек. То есть вот таким вот образом он у меня выглядит, этот ряд, в который я потом в дальнейшем буду протягивать шнурочек, и который будет этот шнурочек затягиваться. Значит, что я хочу сказать от себя вот именно по поводу вот этого участка работы. То есть на данном участке работы вы должны подгонять данную кофточку под себя. Потому что, значит, вот как я уже говорила, эта линия у меня будет со шнурочком под грудью. То есть я, например, не захотела очень длинную кофточку, поэтому я провязала всего 20 сантиметров. Мало ли вдруг, если вы, предположим, захотите, чтобы вам кофточка была эта чуть-чуть подлиннее, вдруг у вас рост повыше и тому подобное. То есть вы должны учитывать тот факт, что, значит, вы должны вот здесь вот провязать больше будете участок. То есть вы должны самостоятельно подгонять данную кофточку под именно те критерии, которые вам необходимы. Опять же, другой вариант. Предположим, вы захотите сделать вот этот вот шнурочек на уровне талии. То есть я так думаю, что тоже эта кофточка также будет очень хорошо при этом смотреться. То есть вы должны именно замерить длину до талии, именно от необходимой длины, которую вы хотите кофточку, и соответственно сделать вот эти вот дырочки именно на уровне талии. И третий вариант, это, предположим, если вы вообще не хотите делать эти дырочки, то есть вы не хотите шнурочек, просто хотите прямую кофточку, значит, вам просто не надо делать вообще эти дырочки. То есть вы просто чулочной вязкой по кругу вяжете до именно линии проймы, то есть именно до необходимой вам высоты, так сказать. То есть у меня получилось до именно линии проймы, сейчас я вам скажу, общая длина от начала именно вязания спицами, это в пределах 31 сантиметра. Но опять же, как я и сказала, эту кофточку я не буду делать очень и очень длинную, то есть я хочу ее сделать чуть ниже талии, поэтому вот на такую высоту, примерно вот 31 сантиметр, я буду уже вывязывать линию проймы. Ну и плюс ко всему то, что у меня, конечно, вот основной вот этой пряжи темно-синей, у меня ее, к сожалению, не очень много, и этот факт тоже также я учитываю. Значит, что я каким образом буду распределять петли именно перед вывязыванием проймы. То есть я поставила маркер по центру, то есть вы должны этот факт также обязательно учитывать. То есть вы должны выбрать центр, как вам больше нравится, то ли чтобы цветочек был именно целый по центру, то ли вот я, например, взяла середину вот этого рапорта узора и поставила на серединке вот этот вот маркер. Вот он у меня стоит. Во-первых, это нужно учитывать тот факт, когда вы будете делать дырочки. То есть серединка работы у вас должна быть, вот именно по краям должны быть дырочки, чтобы у вас не пошло никакого смещения. То есть вот таким вот образом у меня все выглядит. И далее, значит, когда я провязала уже до уровня проймы, вот у меня стоит маркер. Я, значит, серединку вот здесь вот отмерила по маркеру. Вот она получается у меня, эта серединка. И от серединки, значит, посчитала 55 петель в одну сторону и 55 петель в другую сторону. То есть вот у меня стоят маркеры с одной стороны, и маркер стоит второй с другой стороны. То есть, если вы помните, на начальном этапе я набирала 210 петель. И сейчас при распределении петель наперед и на спинку я, значит, в общей сложности беру 110 петель это наперед и 100 петель это на спинку. То есть я специально делаю немножко, значит, спереди больше петель, чтобы была хорошая посадка по груди. То есть на спину, в принципе, большое количество петель не нужно. То есть и теперь я, когда именно сделала распределение петель, еще раз повторяю, 110 петель наперед и 100 петель на спинку,
Я буду вывязывать именно уже линию праймы, а также именно с этого ряда я начну вывязывать узор второй, это который у меня пойдет на груди. То есть я хочу связать небольшую розочку. Именно с одной стороны она у меня будет располагаться. То есть вот именно с этого ряда, когда я начну делать убавление по прайме, с этого ряда я начну вывязывать уже и эту розочку. Но я далее провяжу немножечко участок и покажу вам более наглядно, каким образом я именно вывязывала прайму, как я вывязывала эту розочку. То есть я это все покажу вам чуть позже, как что у меня получается. Итак, вот я провязала уже вперед, он у меня получился вот таким вот образом. Если вы обратите внимание, здесь я еще вывязала один узор, то есть он у меня в виде большой вот такой вот розочки. Но опять же, вязать ее, эту розочку или нет, это ваше личное дело. Значит, в конце видео я также оставлю схему вот именно к данному узору, и при желании вы его сможете вывязать. Значит, что теперь непосредственно, каким образом я вязала вперед? То есть на уровне, как я вам показала, я начала вывязывать прайму. То есть вот она у меня вывязана, прайма. И с обеих сторон я делала убавление. Значит, 4, 3, 2, 2, 1, 1 петельки. То есть делала убавление в начале каждого ряда. То есть с этой стороны я делала в начале лицевого ряда убавление. С этой стороны я делала в начале изнаночного ряда. Но не забываем, что все убавления по прайме, они естественно симметричные. То есть с этой стороны я также делала убавление 4, 3, 2, 2, 1, 1. То есть вот таким вот образом. И далее я начала вязать вот здесь вот без убавления. То есть здесь просто прямое у меня идет полотно. Значит, что касается непосредственного вывязывания вот этой вот розочки, первая петелька, вот эта вот первая петелька, она у меня была 30 петелькой от начала работы. Это достаточно важная информация, потому как, если вы обратите внимание, к моменту вот вывязывания вот этой розочки, то есть у меня здесь получается буквально 2 петельки синего цвета и кромочная изнаночная петелька. То есть до конца ряда у меня буквально 3 петельки остается. То есть если вы возьмете меньшее количество петель от начала работы, вот именно когда вы будете вывязывать вот эти вот петельки первые узора, то есть может так получиться, что вы можете не вписаться в то количество петель, которые у вас будет с краю. То есть должно быть не менее 30 петелек от начала работы, чтобы у вас таким вот образом это все получилось. Значит, как я уже сказала, схему на данную розочку я вам все предоставлю. Значит, на высоте, сейчас я вам скажу, я начала делать, где убавление, это именно по вырез спереди, на высоте от края где-то в пределах 35,5 сантиметров. То есть вот таким вот образом я разделила количество петель, которые у меня было на спице, пополам и начала вывязывать V-образный вырез. Вот такой вот V-образный вырез. То есть делала я убавление на этой полочке в начале каждого лицевого ряда, на этой полочке в начале каждого изнаночного ряда. То есть вот здесь вот, если вы обратите внимание, вот у меня идут вот эти вот убавления. Я делала убавление по одной петельке через каждых 3 ряда получается. То есть через каждых 3 ряда, да, я убавляла по одной петельке. Опять же, убавление я делала не с самого края, а провязав 2 петли от начала ряда. То есть вот кромочная петелька, 2 петельки я провязываю от начала края, и далее я провязываю 2 вместе, значит, петли. То есть в данной ситуации, так как я делала убавление в изнаночном ряду, то есть я провязывала 2 вместе изнаночной, здесь, так как я делала убавление в начале лицевого ряда, то я, соответственно, делала, провязывала 2 вместе лицевой. То есть в результате я делала убавление вот эти вот по вырезу по шее вплоть до последнего ряда, как я вязала. То есть вот у меня идут эти все убавления. Значит, и провязав, сейчас я вам скажу, какое количество
сантиметров я уже начала убавление делать по плечу. Значит, у меня это получилось где-то примерно на уровне 51,5 сантиметров от начала вязания спицами. То есть я все замеры делаю вам именно не от самого начала работы, а именно от вязания спицами. То здесь у меня получилось на уровне 51,5 сантиметров. Я начала делать скос по плечу. То есть всего у меня на этот момент было 28 петелек на спице. То есть я делала каким образом убавление? 5, 5, 5, 5. И закрыла все остатки, которые у меня были петель. То есть вот 4 раза я закрыла по 5 петелек в начале ряда. И потом уже закрыла весь остаточек. Точно так же у меня сделаны убавления и с обратной стороны. То есть вот они у меня идут. Только единственное, что не забываем, что на этой полочке я делала убавления в начале изнаночного ряда. Точно так же 5, 5, 5, 5 и остаточек закрыла. А на этой полочке я делала убавление в начале лицевого ряда. Всего в общей сложности у меня получилось изделие вперед. Сейчас я вам скажу, на какую длину. Опять же, я делаю замеры именно от начала вязания спицами, то есть в районе где-то 55 сантиметров. Но, опять же, как я вот, например, хотела, по задумке вот эту вот кофточку я вязала, я ее специально изначально делала чуть ниже талии. То есть я не хотела эту кофточку, чтобы она у меня была именно очень длинной. Но вы должны в данной ситуации регулировать длину кофточки по своему усмотрению. То есть вы должны сами уже смотреть, какая вам необходима длина. Плюс не забываем, что вот эти, если вы все-таки будете делать дырочки под линию груди, то есть периодически нужно делать примерку данной кофточки, чтобы чтобы эта вот линия, она была именно под грудью. То есть, возможно, вам, предположим, нужно будет сделать и подлиннее данный участок, чтобы кофточка на вас хорошо сидела. То есть не забываем в процессе работы, то есть нужно следовать не слепо именно описанию и данному видео МК, а необходимо также подгонять изделие под свою фигуру, под свой рост, под свои желания. То есть и уже таким образом работать. То есть это вот основные моменты, которые я вам хотела рассказать, именно как я вязала вперед. Следующее, что я буду вязать, это я буду вязать спинку. То есть когда я ее уже провяжу, я вам покажу, каким образом она у меня получилась, и объясню, как я делала убавление именно по пряме, как я вывязывала. Итак, после того, как я связала вперед, я связала спинку. На спинке я, конечно же, никаких узоров я ничего не вывязывала. То есть пряму я вывязывала следующим образом. То есть вот здесь я закрепила ниточку начально и сделала убавление следующим образом. 3, 2, 2, 2, 1 и 1. То есть я один раз убавила, закрыла 3 петельки. Три раза я закрыла по 2 петельки, вот они у меня, и два раза я закрыла по одной петельке. То есть не забываем, что, конечно же, с другой стороны вы точно так же делаете эти убавления. То есть вот они у меня также выполнены и с другой стороны. Единственное, что с этой стороны вы делаете убавление в начале каждого изнаночного ряда, а с этой стороны вы делаете убавление сначала именно каждого лицевого ряда. Значит, в общей сложности я провязала спинку на точно такую же длину, как у меня провязан и вперед, то есть вот на точно такую же длину, вот они у меня провязаны. Только единственное отличие, что по спинке я закрыла абсолютно все петли без скоса, то есть просто вот все сразу закрыла петельки. Но вот если вот так вот ложить, то есть у меня получается, что вперед и спинка, они у меня на одном уровне, то есть одной длины у меня. Значит, также вот здесь я хотела бы сказать, что я не отрывала вот эту вот ниточку при убавлении, уже при закрытии всех петель. Я эту ниточку оставила
Так, как я далее буду именно с этой же ниточки делать обвязку вокруг горловины, чтобы не было лишних узлов. То есть я эту ниточку оставила. Значит, теперь, что касается выреза под горловину, я его не стала делать очень-очень большой, где-то не довязывая в пределах 5,5 сантиметров до конца работы, или если отталкиваться от низа, я вам сейчас скажу. То есть это получается, если отталкиваться от низа, где-то на уровне 49 сантиметров. Я разделила все петельки пополам, которые у меня были на спице, и сделала убавление следующим образом: 4, 3, 2, 1, 1, 1. То есть я один раз закрыла вот 4 петельки, один раз я закрыла 3 петельки, один раз я закрыла 2 петельки и 3 раза я закрыла по одной петельке. То есть вот таким вот образом, конечно, с другой стороны я делала закрытия точно такие же. И провязав еще после закрытия последней вот этой петельки буквально ряда 4, я закрыла все петли на плечо. То есть у меня получилось вот таким вот образом. Ниточку я не отрывала, как я уже и сказала. Следующее, что необходимо будет сделать, это сшить вперед и спинку по плечам. Вот здесь вот сшить. Я буду сшивать на машинке. То есть вот таким вот образом я сложу. И с изнаночной стороны, конечно же, я прострочу все. И обязательно, что необходимо будет сделать, это отпарить вот этот шовчик, чтобы он не был грубым. После того, как я сошью два вот этих вот плеча, я, соответственно, уже вот ниточка, единственное, что останется, это обвязать немножко горловину. Итак, после того, как я сшила вперед и спинку, то есть вот они у меня, все это выглядит вот таким вот образом. Вот у меня получились вот такие вот шовчики по плечам. Сшивала я на машинке. Вы уже в свою очередь сшиваете, как вам будет удобно. Я распарила здесь именно шовчик, чтобы он был более мягким. И теперь единственное, что необходимо будет, это обвязать горловину. Обвязывать я ее буду несложным узором, то есть это у меня будет обычные ракушки будут. Взяла я для этого крючочек номер 2,5. Делаю один столбик вначале без накида и далее начинаю вязать по 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И один столбик без накида я провязываю вот произвольно, то есть смотрите, чтобы была красивая обвязочка. То есть здесь фиксирую. Опять же, следующие 5 столбиков с накидом провязываю. Столбиков с накидом и один столбик без накида я провязываю вот сюда. То есть вот таким вот образом у меня будет обвязочка. Обвязывать я буду именно вокруг. Вы в свою очередь, например, можете обвязать каким-либо другим способом, если он вам больше нравится. Я точно так же еще буду плюс обвязывать низ рукава. То есть я там не буду использовать именно такую вот сложную обвязочку. Сделаю ее вот обычными ракушками, обвяжу низ рукава. Итак, после того, как я уже связала вперед и спинку, единственное, что мне осталось, это связать два рукава. К моменту увязывания рукавов у меня остался один целый моточек основной пряжи. Это у меня последний, уже пятый моточек пряжи, поэтому, конечно же, необходимо мне, по крайней мере, в этот последний моточек уложиться. Значит, вот я связала один рукав. Выглядит он у меня вот таким вот образом. Вот таким вот образом у меня сделаны убавления. Это я чуть-чуть попозже вам еще расскажу, как я их делала. А теперь, что касается непосредственно начала работы. Итак, для начала работы я набрала на спицы основные номер 3 80 петель цветом пряжи вот более светлым, которым я вязала также низ кофточки. И увязывала узор. Провязала чулочной вязкой 8 рядов, то есть вот они у меня провязаны.
И далее я вязала жаккард, то есть это первый жаккард, который я использовала непосредственно на самой кофточке, в котором я сделала плавный переход с одного цвета в другой. Но единственное, что не забываем, здесь немножечко у меня пошли отступления от основной схемы, которая вам будет предоставлена, а именно в чем оно заключается, это отступление, это то, что вот в этих рядах, то есть здесь, здесь и здесь, я провязала не по одному ряду, вот именно основным цветом, вот так вот, а по два ряда. То есть не забываем, что так как вперед и спинку я вязала в круговую, поэтому там все пошло согласно схемы. А здесь, так как рукава я вязала туда-обратно, то есть на двух спицах, можно сказать, если отталкиваться непосредственно от схемы и провязать всего один ряд вот основным вот этим вот узором, то есть у нас получится с обратной стороны, что вторая ниточка, она будет находиться, вот вы, например, закончили здесь вязать, а ниточка у вас вторая находится вот здесь вот. Поэтому у вас варианты или вязать непосредственно прям четко по схеме, но тогда вам придется отрывать ниточку с этой стороны, завязывать ее опять же с этой стороны, или же просто я решила обойтись без лишних узлов и провязала по два ряда вместо одного ряда, то есть вот на этом участке и на этом участке. Как уже делать вам, или отрывать ниточку, или вязать таким образом, это уже чисто на ваше, так сказать, усмотрение. Итак, после того, как я закончила вязать вот этот именно непосредственно жаккард, я стала делать убавление под пройму. При этом я уже вязала только пряжи вот основного синего цвета. Значит, каким образом я делала убавление? Если вы обратите внимание, убавления у меня эти разные. То есть спереди у меня идет вырез чуть-чуть побольше, по спинке у меня, конечно же, идет вырез чуть-чуть поменьше. Не забываем, что второй рукав я буду вязать симметрично, как правый и левый рукав, то есть это тоже необходимо учитывать, этот момент. Значит так, с одной стороны я делала убавление следующим образом: 4 петельки закрыла, 3 петли, 2 петли, и далее 5 раз я закрыла по одной петельке. То есть это вот у меня с одной стороны было убавление. Еще раз: 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1 и 1. То есть 5 раз по одной петельке я закрывала петли. Это вот с этой стороны. С этой стороны, то, что у меня будет спинка, я делала закрытие 3, 2 и 6 раз по одной петельке я делала закрытие. То есть вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз по одной петельке. Это у меня получается спинка, то есть закрытие чуть-чуть поменьше. Далее я закрывала следующим образом. То есть я 3 раза сделала закрытие по одной петельке в начале с этой стороны и с этой стороны точно так же. Только единственное, что я делала эти закрытия через каждый лицевой ряд. То есть вот здесь вот я, если я вначале делала в каждом лицевом ряду закрытие по одной петельке, то здесь следующие 3 раза я сделала закрытие через один лицевой ряд. Здесь получается, соответственно, через один изнаночный ряд я делала закрытие. То есть вот это у меня получается закрытие через один ряд 3 раза. И далее я стала закрывать следующим образом, одинаково уже делала закрытие 3 раза по одной петельке, 3 раза по 2 петельки, 2 раза по 3 петельки, 1 раз 4 петли, и далее у меня идет все закрытие. Точно так же я сделала и с другой стороны, то есть здесь в самом верху рукава я закрываю одинаково с одной и с другой стороны, то есть здесь также получается 3 раза по одной петельке, 3 раза по 2 петельки, 2 раза по 3 петельки, 1 раз 4 петельки, и получается остаток петель я уже просто закрыла. То есть в результате чего у меня получился вот такой вот рукав. Значит, по точно такому же принципу я буду вязать и второй рукав. И далее, что остается, это, соответственно, после того, как я свяжу оба рукава, отпарю их. Забыла вам сказать, что по низу здесь рукава я обвязала низ ракушками. Обвязывала точно так же, как и горловину. То есть, в принципе, ничего здесь сложного нету. По 5 столбиков с накидом в одну петельку.
и один столбик без накида, это получается через две вот этих вот петли именно основного узора. То есть вот таким вот образом я сделала обвязочку именно рукава. То есть это, в принципе, я бы так сказала, необходимо сделать, потому что если вы не сделаете обвязку рукава, то так как здесь чулочная вязка, в процессе носки будет немножечко заворачиваться полотно. Поэтому обвязать низ его необходимо обвязать. Единственное, что если вы вдруг не вяжете вообще никак крючком, то тогда, соответственно, здесь просто резиночку 2 на 2 можно сделать, несколько рядочков провязать, чтобы у вас не было закрутки полотна. Но опять же, со своей стороны, если вы обратили внимание, я не стала именно рукавчик обвязывать как низ кофточки непосредственно, то есть сделала обвязочку поменьше, сделала ее как на горловине. Итак, после того, как я свяжу точно так же еще второй рукав, но единственное, что не забываем, что второй рукав, он вяжется симметрично. Значит, я сошью вот таким вот образом, здесь получается рукавчик, вот здесь вот сошью, и вошью его непосредственно вот именно в кофточку. Вначале необходимо будет приметать, но это, в принципе, я, наверное, вам это еще дополнительно лучше покажу, каким образом у меня будет выглядеть именно в приметанном состоянии рукавчик перед пришиванием его. Итак, вот я, получается, сшила рукавчик. Вот таким вот образом у меня получился шовчик. Я его распарила. Далее, что необходимо сделать, это, конечно же, посмотреть, какой это у вас правый или левый рукав. То есть для этого достаточно просто посмотреть, где у вас больше вырез. То есть вот у вас это вырез идет побольше с этой стороны, поэтому это получается у меня будет правый рукав, и пришивать я его буду приметывать для начала вот на эту сторону, то есть вот таким вот образом. Для чего я выворачиваю кофточку наизнанку, вот так вот. И вначале я этот рукавчик приметываю. То есть прикладываю лицевую и лицевую сторону. Вот у меня центр идет по верху. И начиная от верха, вот отсюда, я сделаю приметочку. То есть вот я приметаю с одной стороны. И получается вот с другой стороны также я вначале приметаю, чтобы у меня все было ровненько. Вот сделаю вот таким вот образом приметочку, после чего я сошью, пришью рукава на машинке. То есть вы в свою очередь пришиваете, как вам будет удобнее. После того, как я уже пришью рукава, то есть можно сказать, что это уже будет окончательная часть работы в данной кофточке, необходимо будет, конечно же, убрать все ниточки. Также необходимо будет отпарить полотно, где вы, мало ли, вдруг еще что-то не отпарили. Далее, что я сделаю, это я свяжу цепочечку из воздушных петель. Опять же, какой длины, это вы уже ориентируетесь самостоятельно. Опять же, если вам эта цепочка нужна будет, если вы будете делать шнурочек. То есть я его вдену, этот шнурочек, но не забываем, что необходимо будет вдеть так, чтобы центр был вот именно по центру, начала и конец у вас веревочки выходили. На кончиках веревочки я сделаю небольшие кисточки, но опять же, делать эти кисточки или нет, это ваше личное дело. Можете ничего не делать, можете бусинки на край веревочки повесить, то есть это уже декор чисто на ваше усмотрение. Также необходимо будет после всего, что я сделаю, постирать эту кофточку, чтобы она приняла свой уже окончательный внешний вид. Возможно, она немножко подтянется, хотя в принципе по качеству пряжи я не думаю, что она подтянется. То есть остается уже именно полное завершение работы. Все это я сделаю за кадром и покажу вам конечный вариант, что у меня получилось. Итак, я уже доделала полностью данную кофточку, то есть я пришила рукава после того, как я их приметала, как я вам их и показывала. Обязательно не забываем, что после того, как вы пришьете рукава, то, конечно же, нужно отпарить шов, чтобы он не был грубым. Значит, я связала вот такой вот ремешочек тоненький из цепочки из воздушных петель, на краях у меня
такие вот кисточки. И здесь вот я добавила еще вот такими красивыми наконечниками, взяла их, надела, и у меня получились вот такие вот кисточки. Поясок у меня идет под грудью, как я и говорила. После того, как вы абсолютно все сделаете, пришьете рукава, конечно же, необходимо не забыть убрать все ниточки, которые у вас образовались в процессе работы. Необходимо отпарить данную кофточку, мало ли вдруг, если у вас где-то остался неотпаренный участок этой кофточки. Также эту кофточку я постирала. Значит, что могу сказать по поводу вот основной вот этой вот пряжи темно-синего цвета. Если вы, мало ли вдруг, вы будете именно с ней работать, пряжа не линяет, то есть вот она хорошо себя выглядит, смотрится даже после стирки. Но на что я обратила внимание, это то, что в процессе стирки полотно у меня очень-очень сильно вытянулось. То есть кофточка у меня вытянулась до такого размера, что я думала, что это у меня уже будет не коротенькая кофточка, а туника полноценная. То есть именно эта пряжа, вот она в процессе намокания, в процессе стирки, она очень-очень сильно вытягивается. Но потом, когда она уже, эта пряжа полностью высохла, кофточка у меня высохла, то есть она, в принципе, приняла свою именно форму. Я не скажу, что она вытянулась в конечном итоге, то есть вот какой она была, такой она и осталась. Но именно в намочном состоянии, мало ли, если вы опять же будете работать именно с такой пряжей, то имейте в виду, не пугайтесь, то что пряжа в процессе намокания очень-очень сильно вытягивается, но потом она свою форму берет назад. Значит, в результате чего вот у меня получилась вот такая вот достаточно нарядненькая кофточка. Опять же, каким образом вы ее будете вязать, с пояском или без, это уже чисто на ваше усмотрение. Надеюсь, что данное видео МК для вас было интересным, полезным. Кому понравилось данное видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. Делимся данным видео со своими друзьями. Итак, до новых встреч!